Приветствую, друзья. Продолжаем играть в Overspace 2. Надеюсь, вы не скучали. То, что сейчас выходит по одной серии в день, а не по две. Что ж, в прошлой серии нам надавали люлей. Я жутко протупил. Так, магазин. Есть ли у вас что-то грандобывающее оборудование? Дай сюда. Остальное все фигня. Расширение ангара того не стоит. Так. Вылетаем. У нас тут боксик ждет, как обычно. Угу. Контейнер. Вот, да, я протупился с активацией тех гиперврат. Но я сейчас задумался. То есть... Так, что у нас тут? Топливный элемент. Это полезная вещь. Задумался над тем, что типа у нас как бы корабль типа не вытягивает. Как бы это странно не звучало. Так, все отправляем на базу. Так, это мы все... будем убивать, в смысле убирать. Ну, извините, у этого покруче будет, хотя он просто необычный. Так, это мы тоже отправляем, а это разбираем. Так, подождите. Может, настало время вернуться сюда? Угу. И, скажем, ее еще как-нибудь отмодифицировать. Какие у нас катализаторы есть? Да, этот мы не сможем собрать. Калибровка. Что дает нам калибровка? Добыча понятна. Кинетический урон увеличивается. Дальность увеличивается. Дальность тоже неплохо. Давайте это сделаем. Угу. Так, окей. Просто не знаю, что сказать. Так, можем ли мы уровень повысить? Недоступно. А, ну да, у нас 17. Куда нам? Это у нас, да, повышенный щит. Вот. Броньку, наверное, было бы неплохо больше сделать. Так, хорошо. Катализатора на броню нету. Угу. Ладно, двинули. Куда нас там отправляют? В запрещенные гипервратам. Ну, странно, что здесь на базе на нас не нападает гип, а там напали. Как мы только из врат из кета появились. Нет, сигнал из неизвестного источника. Кстати, да, и тут стрелочка. Галочка, в смысле. Я не понимаю эту игру. В плане, как эти все действуют. Оповещения, точнее, маркеры. Стрелочки, маленький квадратик, большой квадратик. Прям хоть это, ищи мануал по игре и читай. Ну, типа, инструкцию. Ну, конечно же, они на нас. Где там эти гады, которые меня... Ой, я отвык от этой пушки.
Я реально отвык от этой пушки. Так, что у нас тут? О, опять кучка контейнеров. А, нет. Мы ее взяли? Да, мы ее взяли. Опять? Ну, конечно же. Где-то. Все. Отстань уже. Так. Не знаю, что это. Фазий? Боже, мы не с ума сошли. Сиди. И куча металлолома. Так, давайте разберемся с этими. Чуть кредитов нам помогут. И ныряем. Все, пытаюсь подловить, когда типа автовыправление корабля в гипервратах меня засунет за текстуру куда-нибудь. Пытаюсь найти багу. Так, начинается сразу же. А эти медузы тебя не жрут? Вроде не жрут. Поздравляю, у нас 18 уровень. Так, давайте чуть-чуть подкрепимся. Угу. Покушаем, так сказать, энергосферу. Так, у нас там открылся контейнер. Ну как открылся? Появился. Да, я все пытался понять. Так, так, это на разборку. Пытался понять, как же можно здесь раскрыть. Так. Это интересно, типа негативный эффект убирает. Так, это мы убираем. Угу. Теперь праведное, вольное, праведное. Музычка хорошая. Очень хорошая, мне нравится. Готов. Так, ну, поскольку мы стали повыше уровнем, мои страхи испаряются постепенно. Осталось понять, где защитную сферу взять. Где ее сгенерировать. То есть теоретически это где-то должно быть рядом, чтобы ты, как идиот, далеко не бегал. Практика показывает, что это где-то на отдельном обломке будет. У нас это там внизу. Может, где-то здесь ниже? Помню, мы сюда спускались или нет. Ау.
контейнер. Интересно. Так, это что у нас там? Так, кто меня тут? Ты откуда взялся? Вау. Мне не нравятся эти сгустки, блин, красной энергии, которые, точнее, желтой, которые они меня отсылают. Темная энергия. Вот сгустки вот этой штуки мне не нравятся, которую я только что получил. Так, проверим контейнер, в котором ничего существенного нет, кроме комплекта проводов. Заберем наше. Еще раз заберем наше. Солнечные частички. Вот, мне кажется, это или темная материя, или солнечные частички, чем... Во, и мы кое-что нашли. Защитный автомат. Вот он где был. Ну, как я говорил, недалеко. Странно, что он сразу нам не отобразился. Так, недалеко это, как сказать, недалеко. Ага, вот он. Так, нам лучше сверху. Интересно, насколько ее хватит, эту сферу. Двадцать восемь секунд. Угу. Не. Так, подожди, я потерялся. Где проход к ним? А, вот здесь был. А, вот теперь надо бежать. Так, еще раз. Проход давайте сразу наметим. Не через эти нужно лететь, а сбоку, да. Вот здесь нужно полетать. Все. Угу, полетели. Сгенерим. Может, что-нибудь достойное там есть. Хотя берут меня сомнения. Вернись, да. У нее явно проблемы. Так, все. Опять это случилось. И я полностью заблудился. В смысле, сфера. Во. Так, как это произошло? Подождите. Он находится там, сверху. Вот здесь нырять надо было, наверное, да. Сюда. Еще раз. Ну, как говорится, век живи, век учись. Прилетела, полетели. Так, сверху. 15 секунд. Да, вылетай отсюда. О, отлично. Так. С этим мы разобрались. Теперь я тут...
Краем глаза где-то видел голубое свечение. Да, это тот самый щит, который неизвестно, как отключить. Ну, пока неизвестно. Не попалось нам. Так, где у нас тут 4? Вроде ж мне должно хватать дальности. Или мы не поставили? Да, мы не поставили дальность. Так. Снайпер. Ну да, нейтронную мембрану мы поставили на тот дальность. Ах ты ж. Ах ты ж, ах ты ж. Но, тем не менее, у нас послушник элита. Фиолетовые. Так, а что мне вообще прилетело? Можем ее посмотреть, спасибо. Так, превосходный импульсный лазер, который 347439, который, в принципе, неплох. Скоемкая ракета Скорпион. Кстати, сюда нужно одежду придавать. А, дестабилизирующая. Разбираем. Такой же Prime Sense, как у нас. Только больше эффективности этого. И огневой мощи. Так, снайперская Умбра еще появилась. Но этот с радиусом, конечно... А, это дальность обнаружения кораблей. Вот. Дальность обнаружения ресурсов. Это просто... Сильно. Так, это на разборочку. Вот я не знаю, тебя разбирать или нет. Ну, это наш, да. У тебя там куча всего. И рамен здесь ценится, кстати. Что нужно отметить. Так, все. Давайте двигаемся дальше. Обращение в веру. Обратите внимание, то, что не видно, где здесь... Тот самый нужный нам астероид. Ладно, полетели. Сделаем это чисто искуплением. Imogen, you read me? I'm on your father's trail. Oh, thank goodness! Is he okay? I don't know yet. The Redeemers have taken him to another location. Redeemers. Scientists to aid in unlocking the ancient secrets. I have a suspicion they dispose of all others that come into the system. That's grim. Why don't you stay with their lunatic behavior? Да. Сигнал из неизвестного источника, ну такое все. Опять сигнал. О, мы уже какое-то испытание даже по пути схватили. Все части туманности посетили. Так, ну давай. Посмотрим, что нас тут ждет. That is the vessel containing the father Bernard. I detect only one life sign. What are they doing, Hive? The vessel is being bombarded with an unknown dark energy. This, I presume, is how the cult gains a hold over their new initiates. So this is how Redeemers are made, huh? Let's put a stop to this. Сказано приблизиться. Церемониальный дрон. Чё? Чё, блин? Он там внутри где-то, да? Это и есть церемониальный дрон. Спасти отца.
Так не спасти. А, ну мы можем отсюда сделать, в принципе. Дроны такие злые получаются. Так, так, так. Где оно? Во. Ну давай я тут включу. Все? Ну, это было неплохо. Так, теперь этот. We have halted the ritual. Although I fear we may be too late. The father's life signs display a slowed metabolism and an indication of possibly compromised cerebral activity. That vessel must be AI driven. Where's it heading, Hive? It is returning to the Ryan jump gate. Again? Maybe it's a default setting. Let's free this guy once and for all. Угу. Только обожить. Мне стало интересно, что здесь происходит. Особенно, что такое линза древних? Это страж там? Нет. Нет, стрика. At a certain place? The results could be illuminating. А как ее направить? Ну, я хочу вот на этот. Что случилось? Мы открыли? Сверху. Снизу. Где он есть? Где оно все? Кто тут? А, ты. Так, подожди, тут еще одна линза есть. И они нас сбили с того, что мы тут делали. Обожить. Так, вот. Мы типа открыли эту штуку. Или что? Да, вот этот. Все, я понял. Вот сюда. И вот наша следующая цель. Тут у нас что-то есть. Это луч. Угу. Что-то. Теперь мы смотрим, что у нас здесь. Кувшин древних. М-м-м.
темная энергия, солнечные частички у нас появились. Здесь Акар, кстати, тусуется с какой-то... Зачем-то. С какой-то зачем-то. Там у нас есть еще на контейнер. Это очень интересная локация. Так, ну, конечно, началось. Так, возвращаемся к защитному контейнеру, который охраняется. Так, у тебя тут разъем для энергосферы. Так, отлично. Эй! Этот гад. Да что ж вы такие жесткие-то, а? Ага, дешифровщик сигнала. Так, теперь осталось дрона найти. Все. Отлично. Так, энергосфера. Угу. Да ты что, издеваешься? О, боже мой. What are the crystals on the Redeemer ships for exactly? The ships seemingly contain repurposed freelancer technology with unknown ancient modifications. Да вы задрали меня тут атаковать постоянно. А, так, ингенератор, как пучковый лазер, нам точно не нужен. Там куча контейнеров. Вот здесь мы не забрали темную энергию, солнечные частички. Тут у нас, да, этот защитный контейнер. А тут нас отвлекли от благого дела, так сказать. Так, необычная. Броня плохая. Гаусс нет. Вот это точно идет нафиг. Это... активируем. Угу. Что лучше? Мне бы еще найти с кем торговать. Было бы вообще... идеально. Так, что здесь у нас? Здесь у нас какая-то их... Ага. Отлично. Что это? Это заберем, потом будем рассматривать, что за прототип тут у них. Да отстань ты, отстань. Ага, тут у нас генератор с... Угу. А почему у меня желтый мигает? Успел. Желтым, наверное, мигало, потому что у тебя этот был. Кто в меня выстрелить успел? Так, ну вот там кучка всего есть. Споры, светящие. Что за споры?
что мы еще не знаем про это место. Хочу понять, как далеко споры. 2 километра. Они где-то близко. Это тоже близко. Оу. Гаси, какие злые штуки. Так, я сейчас отгребу. Да ёхай, да. Летим нафиг отсюда. Давай. Разбирайся с ними. О, почему я это не взял? Да, слушайте, меня тут покарали, так покарали. А чем я могу ремонтироваться? Ты можешь эти поставить, можешь эти поставить. Так. Просто слишком много. Теперь все по-честному. Нет, не по-честному. Еще одна. Такое. Что за злые турели? Все? Нет, не все. Кто теперь? Они что, выращивают, что ли? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не смей, гад. Ты чё удумал? Так, слушаем пинги. Опять. Пыш.
Так, сюда надо. Ух ты, блин, гадина. Еще одна. Снизься. Он левее. Вот так. Блин. Да вы достали уже. Так, где-то здесь. Может, с той стороны. Ага. Пингующий. Так. Все собираем. Да, тут прямо даже слов нет. Давай чуть-чуть подремонтируемся. Так, будем смотреть, что мы можем сделать. Это опять близко, блин. Ремонтируюсь. Так, давайте контейнеры лутать. Это было жестко. Это разбираем. Это собираем. Чертеж, автопушка розовая. Так. Разъем для термосферы. Разъем для термосферы. Темная материя, понятно. Ага, термосферный аппарат. Так. Окей. Я беру. Дело. И лечу туда. Нет, сюда лечу. Кислотная ракета нафиг не нужна. Так, подождите, у меня тут опять сборище всего. А, Шива, блок питания. Ну, не такая она и клевая. А, рамен можно здесь продать, одежду точно здесь продать. Солнечной панели нет. Трюм. Ничего полезного. Так, это отправляется домой. Так, ну вот, чуть-чуть места появилось. Дальше. Делаем следующий. Ты не говоришь, что у тебя опять близко появились. Летим туда теперь. 4 секунды. Но ты. А, это для энергосферы. Окей. Так. Хорошо. А, вон у нас есть что там разбить. Вот для термосферы еще где разъем. Сверху он, да, сверху. Ладно, давай сделаем это.
Здесь там сначала не нужно было. Так, ау. А, это наша пушечка там. Отлично. Что случилось? Быстрая картечная пушка. И аннигилятор сверхэффективный. А вот картечную пушку. А, у нас поломалась. Реально поломалась. Ну, значит, тебя заменим на эту. Так, нет, ты идешь сюда. Нет, мы все забираем. Вот, я хотел сказать. Так, силовой элемент. Куда мы можем разместить силовой элемент? Там энергосфера. Тут еще два этих есть. Ага, подожди, может сюда надо? Отстань-то. Нет. Останавливающую процедуру заберем. Так, подожди. Создаем сферу. Поворачиваемся и двигаем туда. Сюда силовой элемент теперь. Да божечки ты мои, выправись. Спасибо. Выправился. Так, хорошо. Мне это не нравится. Что это? Почему мне это не нравится? Так, хорошо, здесь шифр какой-то. Символы одинаковые. Нет, знакомых символов не видно. Мы опять будем биться со стражем. Угу. Подожди, три у нас есть? Нет, у нас ничего нет. Какой, блин, гребаный шифр тогда? Может, непонятная фигня? Вот такая. Он тут. Ну, не знаю, еще есть вариант. Огласите весь список. Нет, нет, нет. Непонятная фигня, да. Непонятно. Непонятная фигня. Ничего не работает, да? Не, подожди. Как это прочесть? Два квадрата с палочкой. Так.
Вот здесь непонятная фигня, судя по всему, должно быть, но здесь ничего нет. В этом секторе, подожди. В этом секторе непонятная фигня. Да, тут сможет сойтись. Хорошо, оставляем непонятную фигню. Здесь что-то с палочками, типа. Наверное, это имеется в виду. Так, в этом секторе что у нас? А, маленький квадратик, большой квадратик, палочка и закорючка. Нет, нет. Не похоже ни на что. А здесь что у нас? То же самое. Мне кажется, я фигню делаю. Что-то мне тут не хватает явно. Какой-нибудь подсказочки, что ли? По бокам ничего не вижу. Но вот здесь еще есть что-то такое спора. А это мы за ними собирались и зависли теперь здесь. И вот это тоже не ясно. Ну вот мы смотрим на эти руны. Здесь что-то. Здесь что-то на ихнем написано. Но, ну, по-моему, одинаково написано у всех. Да, одинаково написано. Нет. Но остается только разгадка вот этих штук. Но, с другой стороны, одна сюда идет. Одна идет сюда, здесь ничего нету. Одна идет сюда. И здесь еще какие-то надписи. Какое-то неточное все. Так. А мы вылезли отсюда? Нет, отсюда что-то выйдет. Может, отсюда надо посмотреть, и здесь что-то будет? Так, мы смотрим и пытаемся понять. Угу. Так, замри. Так, я сохранился. Блин-ка. Блять. Вы меня не слышали? Стоит. Z, Z. Но. Тут правильно. Тут же вроде правильно, да. Чего-то не хватает или что? Так. Что здесь что-то не хватает. Не, подожди. Здесь нету. Здесь две есть. Вот здесь не хватает. Нет. Здесь что-то откроется. Еще не хватает рун. По-моему. Вот здесь и здесь. Да. Еще двух рун надо. Двух рун. Две руны надо. Хотя здесь нету никаких символов с другой стороны. Так. Напитанная руна древних. Да. Тут правильно. А,
Может, нужно наоборот их сделать? Так, давай попробуем. Эй. Забрать. Неплохо. Недурно, я скажу вам. Так, хорошо, с этим разобрались. Надо отсюда сваливать. Где вход? Вот. Так, хорошо. Что у нас тут еще есть? Кроме того, то, что у нас здесь куча всего раскидано. Фигня. Капсула с турелью-липучкой. Где-то капсула была, да? Ну ладно, эти капсулы нам не пришей-ка были хвост. А что у нас там мигает? Вы же видите это мерцание, да? И что это за символ у меня сверху, блин? Он меня, мягко говоря, раздражает. Так, он не уничтожается. А, это тот, блин, кристалл, которым мы долбанули. Ясно. Так, теперь смотрим дальше. Капсула, капсула. Светящаяся спора. Темная материя. Как до этих спор добраться, вопрос. Конечно же. Отвратительное оружие. Кто-нибудь? Так, летим в ящик. Не уничтожаем, а дрянь. Просто неуничтожаемая дрянь. Опа. Сюда надо вложить две штуки. Две руны. Угу. Так, а ящик-то мы нашли?
Ну и локация, блин, скажу я вам. Там еще что-то есть. Так. Ага. Время? Так, хорошо, что у нас тут появилось. Непробиваемый контейнер. 20 тысяч кредитов, кстати, дали. Не кисло. Окей. Понятно, что они тут защищали. Вопрос, что делать с этими рунами. Так. Это какая-то подозрительная штука. Это наш турель-пушка. Так, мы тут были изначально. Что это? Энергосферный автомат. Но больше его некуда применять. Да. Там открыли эту чашу. Угу. Что еще мы знаем? Давайте темную материю соберем. О-о-о. Да, и спора мы еще, да, до спора не добрались. Так, стопе. Вот она. Быстренько облетим, на всякий случай. Нет, все, летим к спорам. Барамит. Ёптить. Почему это так противно? Так, а где то, что мы ищем? Что это? Как это уничтожить? Чем это убить? Есть у меня идея. Во.
оно живое, органическое. More boxed surprises for you. Остальное мы не видим. Нет, так не работает. Да что же такое? Так. Ага, так я и думал. Дает биомассу. И зачем мне биомасса? Пушка Гаусса. Так, хорошо. Так, осталось найти две руны. Капсула с турелью. Капсула с турелью. Вопрос, откуда можно спереть руны? Здесь мы были. Так, хорошо, что этих больше нету, верующих. Блин, накаркал. Отремонтировались. Да, жестко, жестко. Так, подожди. Здесь внутри мы побывали. Вот тут еще что-то надо развалить. Наверняка внутри. И оно пропало, да? О. Так, я хочу заменить эту пушку. Она вообще мне ни в какую не нравится. Чтобы ее заменить на импульсный лазер, но он старенький. Пушку Гаусса нет. Так, 231-439. Давай на этот. Так. Нет, он еще есть. 1,4 километра. Надо понять, что я, или я пропустил где-то. Так, заходим здесь.
Да, по-моему, пропустил просто. Не, подожди, мы там были. Оно что ли снова заросло? Так. Что происходит? Да ёхай ты. Прекращай. Забираем. Аккуратно поворачиваемся и стреляем. Ага. Ну да. Оно просто снова заросло. Думал. Так, у нас тут опять гости какие-то. Отремонтировалось чуть-чуть. Трём на разборку. Так. Так, мы еще здесь не выяснили всех нюансов. Если они тут вообще. Так. Где же эти руны найти? Воу. Если здесь такое происходит... Это значит, что мы здесь чисто ее не подчистили. Чисто ее не подчистили. Угу. Но с другой стороны, нам ничего не показывает, что здесь что-то есть. Вообще непонятно. Так, подожди, а здесь мы были? А, ну это да, энергосферный автомат. Да, мы здесь были. Просто мы эту пушку не убрали, получается. Там мы были, там эта церемониальная фигня. Так, под ней что? Теперь вот эта фигня, которую мы открыли. Просто так тут быть, это скопление всего. Вот, блин, озадачили. Такое ощущение, что у меня только остались эти несчастные руны найти.
и все. Там мы были. Там наши пушечки. А с этими астероидами что не так? О! Смотри, что. Ой, я руну нашел. Хе-хе. Так, хорошо, хватаем руну. Да, такая игра с намеком. То есть соседний астероид. Угу. Он сейчас не заблудится. Ну, кстати, не очень близко расположение. Теперь летим опять за этим астероидом. Так, там больше не было. С другой стороны, может. Обещает последняя загадка. Если нет, то идем дальше по миссиям. Что это? А, во, еще одна руна. Не улетай. То есть нам выгоднее здесь прилететь. Ой, какой звук противный. Здесь такое же, тоже в ту сторону. Кувшин древних. Но собрали мы кучу этих непонятных частичек. И чё? И всё? О, там наша это гоняет их, смотри. Прикольно. Не зря, значит, туда всадил ее. Кстати, так, что здесь синенькое? Еще солнечные частички.
А турелька-то молодец, слушайте. Неплохо отработала. Где тут вверх, где тут вниз, непонятно. Красивая картинка, так и смотреть. Вот так. Да, полюбовались и хватит. Угу. Здесь мы в этом были. В смысле? Я за ваш счет ремонтироваться буду, ребят, вы чё? Так, здесь мы были. Здесь мы были, да. Темная материя. Давай возьмем.